23 по 24 октября 2015 года Мегастом совместно с Министерством здравоохранения Московской области, компанией «Мегу», Институтом Моники и Московской областной стоматологической поликлиникой в 11 раз провел международный научный симпозиум, посвященный имплантации в Московском институте имени Владимирского или Моники. Докладчиками выступили уважаемые специалисты, мастера своего дела. Хайнер Вебер, профессор, доктор медицинских наук, председатель отдела протезирования зубов Тюбингенского университета, президент немецкой ассоциации дентальной имплантологии. Ральф Смитс, профессор, доктор медицинских наук, главный врач и научный директор отдела стоматологии и челюстно-лицевой хирургии медицинского центра в университете Гамбург-Эппендорф. Михаил Григорьевич Сойхер, главный стоматолог Московской области, главный врач Центра междисциплинарной стоматологии и неврологии. Марина Ивановна Сойхер, главный врач Московской областной стоматологической поликлиники. Федор Федорович Лосев, профессор, доктор медицинских наук, президент холдинга «Мегастом». Алексей Николаевич Шарин, доктор медицинских наук, профессор, главный врач клиники «Мегастом-центр». Виталий Семенович Поволоцкий, основатель и президент консалтинговой компании «Позитив». Михаил Валерьевич Копылов, стоматолог-хирург, заведующий хирургическим отделением Центра междисциплинарной стоматологии и неврологии. Николай Станиславович Тутуров, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры ортодонтии РУДН. Александр Витальевич Жарков, ведущий хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук, заведующий имплантологическим хирургическим отделением. Роман Юрьевич Бирюков, ведущий врач-ортопед клиники «Мегастом-центр», врач высшей категории. Нина Курацкий, специалист компании «Бегу Германия». В перерывах между лекциями участники симпозиума беседовали с коллегами из разных регионов. Особое внимание было уделено немецким технологиям изготовления индивидуальных абатментов и анатомических коронок в немецком зуботехническом центре Каткам «Бегу» и новому поколению имплантатов «Бегу Симадос РС РСХ». Прозвучали первые отзывы о достоинствах новинок «Бегу» от участников симпозиума. 2 недели назад был куплен этот набор, и были установлены уже первые имплантаты, и было они использованы не при непосредственной имплантации после удаления зуба. То есть все, что как раз я хотел от имплантата, я в этих имплантатах получил. Особое место было уделено профилактике и новым методам лечения переимплантита, болевого синдрома в стоматологии, особенностям установки имплантатов. Кроме рассмотрения реальных клинических случаев и развернутых ответов докладчиков на вопросы участников симпозиума, возникали научные дискуссии и споры. А ведь, как говорил Сократ, именно в споре рождается истина. На симпозиум прибыли как постоянные участники, так и приехавшие впервые. Начинающие имплантологи получили неповторимую возможность попрактиковаться на мастер-классе по имплантологии на оборудовании инструментов «Мегастом». Проводили мастер-класс, давали ценные советы и рекомендации профессора Федор Федорович Лосев, Алексей Николаевич Шарин, специалист компании «Бегу» Нина Курацкий, Германия. Зарубежные коллеги отмечали высокий уровень квалификации докладчиков, информативности лекций и организации мероприятия. Я был здесь первый раз 25 лет назад. Я был в Москве. Но это симпозиум, такой стиль, это мой первый симпозиум. Сейчас это идеально. Лекции из России, они были идеальны. Идеально, перфект. Это международный уровень. Насыщенный наукой первый день симпозиума был завершен дружеским ужином, на котором прозвучало немало теплых слов в адрес организаторов симпозиума. Доктора продемонстрировали, что они не только профессионально работают, но и первоклассно отдыхают. Идея симпозиума Next Level поддерживалась и на банкете, сопровождаясь эффектными выступлениями роботов и фантастических существ на научно-популярную тематику. По завершении которого каждый участник получил сертификат об участии.